but my Russian is incredibly rusty and really bad. I understand what you're saying, but I'm not able to hold any decent conversation. Я хочу попросить извинения перед публикой и слушателями за то, что, к сожалению, я не смогу общаться и выступать перед вами на русском языке. Я, к сожалению, не владею русским языком так замечательно, как предыдущий оратор, выступающий Акира Асава, первый консул, генеральный консул в Японии. Но я очень хорошо все понимаю, и есть некоторые проблемы у меня с разговором с русским языком. First of all, I would like very much to thank Mr. Березовский for being so kind as to invite me here. Я бы хотела поблагодарить в первую очередь господина Березовского за то, что мне была оказана такая честь, и меня пригласили в Санкт-Петербург. And I would like to remind all those of us who are musically minded of a very central saying of Joseph Haydn. И я бы хотел напомнить всем высказывание знаменитого композитора Йозефа Гайдна. Haydn once said that music is the one language that is being spoken and understood in the whole world. Гайден сказал, что музыка — это тот универсальный язык, на котором говорят все, и все это понимают.